гаишники не пускали нигде. Мы пошли через гору, через верх. Мы доехали благодаря женщине деревенской. Женщины, десяток женщин стоит против ОМОНа. Вот они. Трех детей не боится. Кстати, почитала.
Ребята, в цепи все. В цепи. Только живую цепь. 2-3 штуки, чтобы это давление. Ну мы их не продаем так. Ну хотя все хорошо. Тем более, вот мы старики, тем более. Я уж там подумал. Так я сам на теле выйдет. Да. Ну мы все А что там наших выводит? Одного выводит защитник. Одного, а выисковские работники при этом аплодируют, что защитников выводит. Моего знакомого человека, он приехал сюда с двумя своими детьми. Самый младший, первый класс закончил. Нет, еще школу, наверное, только пошел. Второй где-то 10-12 лет. Приехал он с детьми, жена, наверное, дома осталась. Сейчас дети как бы здесь. При нашем как бы присмотре мы их знаем, как бы они нас знают, но сейчас отец сидит, получается, где-то там в автозаке или уже в отдел приехал. Но машина-то у него здесь. Дети говорят, мы никуда не уедем. Дети маленькие, 12 лет, по самому старшему. Тут приехали со всех районов. Приехало бы больше народа. Мы просто защитники вчера решили, не будем поддаваться на провокации, чтобы меньше народу приехало и не встретиться с этими постановочным митингом незаконным. Они вот за один, за два дня ходят в митинги, а та
как бы все знают, уже за 10 дней надо подавать заявление, но они такие вещи по-любому не подают. Мы, чтобы с этим митингом не встречаться и на провокации не поддаваться, отменили субботник на завтра. Но сегодня мы тоже провели субботник. Все, кто есть, собрали мусор, убрали свой мусор с лагеря, собрали в округе, вокруг дороги. И все, одумались, на завтра здесь еще раз переночуем. Но нет, прибежали вот ЧОП, выбежали из автобуса и сразу без предупреждения начали бить ребят палками. Двоим сразу досталось хорошо. Одного повалили, били, одного по голове ударили. Он в кусты как бы успел уйти за дорогу. Ну, ребята спустились и перегородили дорогу, но там уже порядка 180, наверное, 150 минимум охранников было, чоповцев, которые пытались применять свои резиновые палки, не предъявляя никаких требований, их никто не трогал. Подъехал трактор, ну, как вы все видели, наверное, снимали, да? Ну, полный беспредел. А вот сейчас ОМОН и спортсмены, байкеры выступают за их сторону. Они все подкуплены. Вот. БСК подкупил спортсменов с разных клубов, которые спонсируются правительством. И вот теперь они, спортсмены, вытягивают людей из толпы и передают полицейским. Иногда даже не полицейские хватают, а спортсмены, чоповцы, которые не имеют права хватать людей, они хватают. Чоповцы хватают, без, они не имеют права хватать людей, ломать им руку и передают полиции. Закон. Неповиновение сотрудникам полиции является правонарушением. Граждане, расходитесь, не нарушайте закон. Неповиновение сотрудникам полиции является правонарушением. Граждане, расходитесь, не нарушайте закон. Неповиновение сотрудникам полиции является правонарушением. Граждане,